Всем привет, с вами Арсений. Маленький видеообзорчик, так как на улице весь день лил дождь со снегом, не удавалось отснять видео. Вот, столик номер 23. Размеры сейчас показывать и рассказывать не буду. Найдете их в описании, либо посмотрите в следующем видео. Видео будет также добавлено на сайт. Вот. Столик идет под эхолот с полочкой под аккумулятор. Сверху у нас идет съемная панель на барашках. Вот, откручивается полностью для эхолота. И трубка под спиннинг. Вот. Могу сказать, что столик, в принципе, делался для того, чтобы он спокойно помещался в ящик Элита. Вот. То есть его можно туда спокойно убирать. Вот. Летом можно брать его с этим ящиком. Ящик будет также полезен вам летом. Вот. Там можно и холод хранить, перевозить. И все остальные прибамбасы видео с упаковкой его в ящик Элита. Вот. Я вам чуть позже также выложу. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Вот, не пропустите видео с размерами столика и как этот столик у нас помещается в ящик Элита для зимней рыбалки. Кстати, ящики можно также у нас приобрести на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, рекомендую.